Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Виктория Катыченко, и в этом видео я расскажу, как и сколько я зарабатываю на YouTube. И самое главное, как же я вывожу деньги. Значит, зарабатываю на YouTube я с помощью партнерской компании AIR. Правильно говорить AIR. И доходы с недавних пор у меня выросли. Значит, вот как вы видите, 11 марта 9.17. 12 марта 22.73, 13 5 долларов, 14 2 доллара, а на следующий день 11 долларов, 5 долларов, 7 долларов, 3 доллара, 5, 3, 4, 1, 2.77, 4.75. Ну, собственно говоря, раньше у меня, конечно, доход был вот так вот где-то доллар в день, доллар с копейками, там чуть меньше, ну плюс-минус доллар. Теперь повысился. Со мной поделились неким секретом, который я начала использовать. Значит, у меня два канала. Вот этот вот, собственно говоря. И еще один, такой более домашний, там путешествия, птички, рыбки, такое рассказываю, показываю. И еще один есть канал спортивный. Это мой вид деятельности. Я тренер по танцам, я веду тоже там канал спортивный. И два канала из трех мне приносят доход вот через AIR. Значит, AIR. Преимущество этой партнерской компании. Вы сможете увидеть промо-ролики, которые будут под этим видео снизу, ссылочка. Сейчас я расскажу и покажу, как здесь происходит процесс вывода денег. Значит, вывод денег можно делать на карточку, на WebMoney и на PayPal. Значит, я вывожу на карточку. Вот последний вывод был 20 марта, 1472 гривны 65 копеек, это 68 долларов. Вот эта же сумма, 1472,65. Вот зачисление на карту 20 марта. 20 марта. Поставила я их на вывод 16 марта, пришли они ко мне 20. Ну и как вы видите, вот 19.02 я вывела 2 944, 117 долларов. 24.12 вот 58 долларов, вот 123 доллара. Здесь у меня в одном кабинете подключены два моих канала, которые я вам сейчас показывала. Вот этот и вот этот. Вот они, я их вижу. Можно перейти, посмотреть статистику этого канала. То есть есть тут информацию, можно посмотреть, которую предоставляет уже партнерка сама о моем канале. И доход от рекламы на видео. Здесь присутствует реферальная программа, которая тоже приносит доход. Там вот, кстати, было видно, но сейчас я перейду, покажу. Если мое видео принесло мне 163 доллара, то видео моей первой линии 111 долларов, второй линии 34 доллара. Почти 35, третьей линии, третьего уровня 16,77. Вот количество моих партнеров. В первом уровне 32, во втором 125, в третьем 142. Скажу вам так, я не занимаюсь специально рекрутированием там, или как-то подключением каналов, агитацией какой-то специальной. Я просто под каждым видео, мне под каждым видео автоматически размещается информация о партнерке. То есть любое мое видео внизу вот по скрипту, если у вашего канала более 3000 просмотров и вы планируете развивать его и зарабатывать на своем канале, то заполните форму по ссылке. И здесь моя ссылочка на AIR. Человек переходит, заполняет, ну соответственно тут читает еще. Вот вывод, кстати, на PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, Kiwi. Денежные банковские переводы. То есть, ну, я перевожу на карточку. Я другими путями не выводила отсюда деньги. В этой же компании партнерской зарегистрирована моя дочь. Вот Мария, Мэри Лайн. Вот ее канал. У нее, кстати, недавно появился один реферал. С чем я ее и поздравляю, эту девочку, которая зарегистрировалась. Вот. И она уже тоже заработала свои первые деньги. И вот недавно вывела. Тоже у нее на канале размещен промо-ролик от AIR. Это такой ролик дается каждому моему партнеру бесплатно. И этот человек размещает у себя под роликом ссылочка. Ни для кого не секрет, что канал.
Хотите получить партнерку на ваш канал? Заполните заявку тут. В строке «От кого узнали» впишите «Мария Левчук Мария». Ну и тут выпишите свое имя. То есть все достаточно просто. Особенно этим заниматься специально не нужно, чтобы зарабатывать еще и от реферальной программы. И это не обязательно. Вы можете просто зарабатывать именно на своем канале, но вы будете... Ваш канал будет в безопасности, от всяких блокировок защищен. Вы можете даже защищать свои авторские видео, там есть такая функция. Правда, я ей не пользовалась еще, поэтому сильно прокомментировать не могу, но тем не менее. Вот. Ну, самое главное, что я показала, как здесь проходят выплаты. Вот, выплаты есть. И очень приятно то, что сюда можно в один кабинет подключить несколько каналов. Вот, допустим, вот этот канал мне принес... В этом месяце всего 21 доллар, ну, представляете, да, я бы их в жизни не вывела с Ютуба. Они бы там у меня кисли очень долго, а этот канал мне не приносит много денег. Но благодаря тому, что два канала в одном кабинете, у меня как бы достигается минимум к выводу намного быстрее. Вот, и я обналичиваю деньги. Ну, могу показать еще канал, вернее, кабинет своей дочери. Вот тоже выплаты. Значит, вот она вывела первые свои 87 долларов. А, нет, не 87. Тут написано 108.41. Реклама на видео. А, это общая реклама уже с сегодняшним. То, что сейчас уже есть на счету. То есть вот она вывела 1889 долларов. Хотя здесь минимальный вывод на карту. Вроде бы был 100 долларов, но тем не менее вывели ей меньшее количество денег. Выводила она на свою карточку Junior от Приватбанка. То есть даже не на мою карту, на свою карту. Вот, собственно, на этом мое видео подходит к концу. Что касается увеличения дохода на канале, это я уже буду разговаривать с моими партнерами по АИРу. Вот, я просто дам контакт человека, который меня этому научил, и он научит и вас за небольшую плату. Это все очень просто, я это применяю теперь на всех своих каналах и достаточно успешно. Покажу еще доход за месяц, давайте 30 дней. За 30 дней доход на этом канале у меня 107 долларов. 107 долларов, это при том, что полмесяца как бы доход был гораздо меньше. То есть в следующем месяце я ожидаю намного больше доход. Все, всем больших чеков и хороших людей на своем жизненном пути. До встречи на YouTube. Всем пока. Ни для кого не секрет, что каналы на YouTube уже давно приносят доход своим владельцам. YouTube – это самый крупный видеохостинг в мире. И вторая по величине поисковая система. В 2012 году компания Air получила сертификат от YouTube и стала его официальным партнером. В скором времени она закрепила за собой статус одной из лучших медиасетей стран СНГ. Компания обеспечивает поиск и привлечение целевой аудитории, эффективное продвижение видео на YouTube, а также защиту от пиратского распространения видео. Аудитория сети насчитывает более 30 миллионов подписчиков. Контент сети суммарно уже набрал 50 тысяч лет непрерывного просмотра, 100 миллионов лайков, шеров, комментариев. Наши партнеры – это геймеры, предприниматели, музыканты, мастера на все руки, бьюти-блогеры, телеканалы, интернет-магазины, спортивные клубы, профессиональные киностудии и другие креаторы. У вас есть возможность стать частью этой динамично развивающейся сети. Для начала вам необходимо набрать 3000 просмотров и 100 подписчиков. Оформление заявки не займет много времени. При заполнении личных данных подкрепите почту, на которую зарегистрирован ваш канал, и обязательно укажите вашего наставника. В ближайшее время вам придет письмо о том, что ваша заявка принята, а во втором письме вы получите простую пошаговую инструкцию по подключению вашего канала. Ознакомьтесь с условиями использования и становитесь партнером сети Air. Зарабатывать деньги возможно двумя способами – доход от рекламы и получение комиссионных от привлечения новых каналов в сеть Air. Agency of Internet Rights беспокоится о своих партнерах и обеспечивает удобный вывод средств.
платежи на карту вашего банка и системы денежных переводов, системы электронных платежей. Выберите любой удобный для себя способ выводить деньги. Для многих партнеров YouTube уже стал основным источником дохода. При этом они занимаются любимым делом, в полной мере раскрывая свой творческий потенциал. Скорее заполняйте заявку и становитесь частью Agency of Internet Rights. Для этого перейдите по ссылке под видео. Сделайте первый шаг навстречу мечте –